всем приветик. Мы решили выйти прокатиться на велике в парк. Вот, а то новый велик Давиду купили, а за этой погоды, вот у нас сейчас 5 июня, и каждый день льет дождь. Невозможно даже покататься на велосипеде. Так что сейчас пойдем погоняем в парке немножко. Так, вот наш любимый парк. Вот и Давидушка приехал. Не собака. Что, собака гавкает? Да. Ну что, поехал дальше? Да. Давай, езжай, покажи мне класс. Наконец-то, да, сегодня хоть солнышко, мы покатаемся на велике. Смотрите, пока дождя нет. Смотрите, да. Поехали? Поехали. Вокруг. Набирай разгон. Давай еще 4 кружка. Давай, хорошо. Все, погнал дальше. Ой, хорошо, фонтанчик. Наконец-то хорошая погодка. То эти дожди замучали уже. Скучно дома сидеть. Сейчас едем туда по дорожкам. Потом на площадку заедем на нашу. Так, все, ребятки, поехали мы на площадку. Я решила немножко еще цветочки поснимать. Вот такой отцветает кустик. Это деревцо такое красивое. Мини-деревцо. Вот Давидка-обезьянчик. Сейчас зайду еще кустики посмотрю. Вот такой кустик красивый. Красота. Вот такой красивый розовенький был, уже отцветает тоже. Такие всякие елочки, кустики насадили. Красота у нас тут, красота. Насадили много деревьев новых, кустиков всяких разных. Такие кустики с цветами, но правда уже отцветают много. А вот и Давид. Хвынорики. Так, все, выхожу с кустов. Так, ну что, едем на площадку с качелями, да? А потом еще покатаемся, да, на велике? Ну, погнали. Все, пошли мы на качелях. Ты фокусы показываешь. Трюки? Трюки показываешь. Трюкач. Не боится падать, слава богу. Все, погнала я за Давидом. Пришли мы на площадку на нашу. Все, Давид сейчас будет развлекаться здесь. А ты тот вели. Так, сегодня. Такая вот красота. Песочница для деток, для маленьких. Сегодня денечек хороший. Машешь? Брык.